Всем привет! Вы на канале Шоу Динара. Всем привет! Ух ты! И у нас тут рыжий гость. Да. Хочет на кровать забраться. Уже сегодня хотел забраться с парты и не долетел. Сегодня я буду открывать сюрпризы в ваночках Baby Secret. Вот такие вот Baby Secrets второй серии. Там ванночки неизвестно, да, кто да. будет, мальчик или девочка. У них просто белый памперс. Да, их нужно опускать в воду, и тогда будет видно уже. Да, если голубой мальчик, если розовый, то девочка. Да. Перед началом видео не забудьте поставить лайк, подпишитесь на мой канал. И не забудьте нажать колокольчик. И подпишитесь на мой инстаграм. Ссылочка на мой инстаграм будет в описании. Да. И начну я с вот коробочки. Наверное, откроем две ванны сразу, а потом посмотрим, да, кто там у нас. Их 50, да, в коллекции написано? Вот, и сейчас так. А ванночки у них розовенькие. Ванночку еще можно будет оставить для этого малыша. Все, вкладыш запаковано. Ух ты! Ух ты! Какой? Это такой пупсик. О, тут еще... Ух ты! А тут такой. Разные? Да. Тут котик, а тут... Тут котик, а тут там собачка. Давай вкладыш посмотрим, какой у них пока открываешь. Ну. Так, тут попадается вкладыш, инструкция и... Свидетельство. И свидетельство о рождении можно. Ну, папа настоящего малыша. Да. Сертификат о рождении. Тут и для девочки, и для мальчика подходит. Так. А вкладыш вот такой вот. А их 50 в коллекции. И они есть специальные. Какие-то экстра специальные. Ультра. И тут вот еще какие-то, видимо, наборчики, что ли, есть. И посмотрим, кто попался. Вот такие два малыша. Так, два малыша. Один у нас вот из этого специальный вот такой вот котик. Котик. Как будто в боксерских перчатках котик. Как кожуля рыжий. Какой миленький. У него ручки, кстати, крутятся. И голова, и ножки. И голова, да. Так, а второй нам попался... Из экстра. Вот такой вот он. Как первобытный. Он или она. Сейчас мы посмотрим, кто это. Ну, такие интересные малышки. Сейчас мы ванну наполним водой. И посмотрим, кто же это у нас. А потом они могут в этой ванночке жить. Да, вот здесь даже на вкладыше нарисовано. Что вот нужно в ванночку налить воду 25 градусов, опустить малыша и вот смотреть, кто это, девочка или мальчик. И потом уже можно заполнить вот этот вот сертификат о рождении. Имя? Да, там имя, кто малыш, мальчик или девочка, дата рождения и как зовут родителей. Да, родители, например, Барби Кен. Да? Ну, может, Динара или Эльнара? Нет, как-то странно. Малыши, малыш, маленькие, малютки, а родители огромные. Наливают. Наливаем воду. А, кстати, их можно в одной ванне покупать, наверное, или в две? Ну, в две я налью. Давай. Все-таки разнообразнее будет. Все, наливаю.
Давай. И... будем смотреть. Купаться пошли наши малыши. Я вижу, тут уже розовенькая. И тут тоже розовая. Две девочки у нас. Ну, вам везет на девочек. Вот так вот сейчас достанем. Вот видно, что эта девочка у нас розовенькая. У нее подгузничек стал. Красавица первая. И это тоже девочка. Кошечка. Крыша мяу. Да, в розовеньком. Котенок. Подгузнички. Буф, упал под воду. Они с первого дня жизни начали купаться. Да, причем сразу нырять. Ага, с открытыми глазами. Угу. Я видела, в одном канале снимались такие малыши. Угу. Малышки очень красивые, сами по себе игрушки очень качественно сделаны. Все так у них прорисовано красиво. Опа. Такие малышки-малышки прям. Я поняла, они учатся плавать. Угу. Сразу же с первого дня жизни. Буль-буль-буль-буль-буль. Интересно будет, да, с такими поиграть? Ага. Все, хватит вам купаться. Да. Узнали, кто вы? И да, хватит. Тем более для малышек 25 градусов, это водичка холодная. Да? Да. И поэтому мы вас искупали быстренько. А потом я запомню, не знаю, у какой малышки, как ее зовут. Ну, потом мы заполним свидетельство, да? Да. Вот такие малышки я сегодня открыла. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я очень буду рада новым подписчикам. И жмите на колокольчик. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. И не забывайте про мой инстаграм. Ссылочка на мой инстаграм будет в описании. Угу.